Прежде всего, прошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и обязательно оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Дорогие зрители, сегодня мы обратим внимание на ключевые военные события, произошедшие 21 сентября в разные годы, которые оказали значительное влияние на мировую историю. Начнем с далекого 1792 года, битвы при Вальми. Это сражение стало переломным моментом Французской революции. Войска революционной Франции одержали первую крупную победу над армиями Пруссии и Австрии. Этот триумф не только вдохновил революционеров, но и продемонстрировал, что Франция способна защищать свои идеалы и суверенитет на международной арене. Далее переносимся в 1918 год, конец Первой мировой войны. На Западном фронте шли ожесточенные бои, и 21 сентября союзные силы продвинулись вперед в результате битвы при Мегиддо. Эта операция оказала значительное давление на Османскую империю, ускорив ее капитуляцию и изменив геополитическую карту Ближнего Востока. Продолжим с 1944 года, Вторая мировая война. В этот день произошло важное событие в истории Восточного фронта. Красная армия освободила Таллин. Освобождение столицы Эстонии стало частью стратегического наступления на Прибалтику и сыграло решающую роль в ослаблении немецких позиций в этом регионе. Не можем обойти вниманием и современность. 21 сентября 2014 года началась одна из ключевых операций коалиционных сил в Ираке ⁇ Битва за ХИТ. Эта операция стала важной в борьбе с ИГИЛ и символизировала начало систематического освобождения иракских городов от террористической угрозы. Эти события показывают, как каждый день военной истории может менять судьбы народов и государств. Война ⁇ это не только битвы за территории, но и борьба за идеи, ценности и будущее мира. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайк, если вам было интересно, и обязательно оставляйте свои комментарии. Ваше мнение для нас очень важно. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы вместе обсуждать интересные темы. Спасибо за вашу поддержку.